Ну, прежде чем начать сегодняшний выпуск, хотелось бы вновь напомнить, что календарь «Вокруг света армянского» за 2023 год еще имеются в продаже, вы можете их приобрести. Ну, как это сделать, будет под этим выпуском написано. Вот если вы смотрите в YouTube, загляните под этот экран, там написана ссылочка «Заказать календарь». И далее вы заполняете формуляр, отправляете вместе с квитанцией об оплате. И будет вам счастье. Если вы живете за пределами России, то напишите по электронному адресу мне. Также там адрес имеется. Я вам расскажу, как приобрести за рубеж из России вам. Все очень просто. Так как остается уже полгода, скоро 24-й год, а вы еще 23-й не приобрели. Так что торопитесь, календари пока есть, и я уверен, что он выходит вот с 2019 года, этот календарь, и пополняется из года в год вот стопка этой коллекции. Вся информация по каждому дню и по вопросам армянской истории, армяноведения, лица, события, факты. И это будет интересно, и вы оставите своим потомкам вот такой вот уникальный календарь, уникальную коллекцию из календарей, собранных в разные годы. Можете начать это вот уже с 23-го года, если вы раньше не приобретали. Ну и также, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех, кто посылает донаты этому сообществу «Антитопор». Благодаря вам, в том числе, мы и существуем все эти 10 лет. В ноябре, кстати, будет 10 лет. И каждую неделю я выставляю фамилии, которые за последнюю неделю задонатили. Неважно, какую сумму, любая сумма. Благодарю за любую сумму. Итак, как я и обещал, в этом выпуске немного пролью свет на теме, которую я поднял, находясь в Израиле, в выпуске «Ханы армяне, расхитители армянских земель». Ну, исходя из названия, вы наверняка поняли, что ханами-армянами я называю не только патриарха Иерусалимского Нурхана Манукяна. Вот такое у него странное имя для армян, ничего не поделаешь. Хотя он уроженец Сирии, и даже для этой страны имя Нурхан, если и называют, то только туркоманы. Не арабы точно. Хотя у патриарха есть и нормальное мирское имя, с которым он родился, Погос. Ну ладно, дело не в имени. Хотя и в имени тоже, наверное, потому что до имени мы еще дойдем. Тем не менее, напоминаю, что группа шарлатанов в рясах из Иерусалимского патриархата решила отдать в аренду на 99 лет пятую часть армянского исторического квартала Иерусалима австралийскому бизнесмену еврейского происхождения. Сумма не разглашается, но она внушительная, судя по всему, потому что вокруг, цифра вокруг 1 миллиарда долларов, от 1 миллиарда до 1,5 миллиарда, а некоторые даже говорят до 2 миллиардов, то есть где-то вот в этом районе. К тому же вы понимаете, что о точной цифре с армянской стороны знают только подписанты договора сделки. Это сам патриарх Иерусалимский Нурхан Манукян, архиепископ Сиван Гарибян и архимандрит Парет Еритян. То есть, если какие-то цифры и вылезли за пределы вот этой вот святой, в кавычках, троицы, то это, скорее всего, от Парета Еритяна. То есть эти три священнослужителя, те самые люди, что ни с того ни с сего, стали распоряжаться вдруг армянским кварталом, истоки которого берут свое начало со времен раннего средневековья. Ну, мы же с вами умные люди и понимаем, что нельзя сдать в аренду что-либо на 99 лет. Это означает просто продать. Грамотно продать, но юридически оформить так, что сдается в арендное пользование. Из этой троицы имен, которых я назвал выше, фигурирует, как я уже сказал, архимандрит Парет Еритян. Здесь хотелось бы подробнее сказать, что этот человек из шайки тройки сбежал в Соединенные Штаты Америки. Ну,
как сбежал? Уехал. Для кого-то сбежал, для кого-то уехал. Так вот, он прибыл в США и рассказал, что намеренно уехал из Израиля, покинув патриархат из-за финансовой нечистоплотности онных. Мол, патриарх вор, я здесь ни при чем. Загробастал деньги и он, то есть патриарх, и когда Парет, дескать, сам подписывал бумагу, то не знал, что это за бумага, о какой сделке вообще идет речь. А когда понял, то ему стыдно стало и мерзко было находиться в патриархате. Потому и пришлось уехать в Штаты. В свою очередь, патриарх Нурхан сказал, что не видел от австралийского бизнесмена никаких денег, что все их загробастал тот самый Гайр Парет. Оттого и сбежал в Соединенные Штаты, захватив с собой деньги. Ну, целый сериал получился, короче, вы сами это видите, да? Все друг на друга чего-то валят, словно речь идет о килограмме муки. А как мне кажется, учитывая, что Гайр Парет рангами ниже Нурхана-патриарха, применил используемый в экономике закон своего имени, закон Паретта, откусил 20%, оставив 80%, и был таков. А может и наоборот. И примечательно, что эти люди без угрызения совести делают это и продолжают петь оды Господу нашему Иисусу Христу, причем в его же вотчине. Конечно же, израильские армяне недовольны поступком. Другое дело, что молчат армяне Иерусалимского квартала, которые оказались заложниками ситуации. Ведь кроме стоянки для машин, что тоже передано австралийскому бизнесмену, еще и часть владений жильцов тоже ушло с молотка на 99 лет. А сказать-то они ничего не могут по той простой причине, что все их ЖКХ оплачивает патриархат. Вы знаете, мне это напомнил ремонт в моей квартире. Помнится, когда я взял бригаду верующих людей, ну, это, может быть, это были не из армянской, значит, церкви православной, апостольской, и даже не из русской. Но русские люди, верующие люди, на перерыве они все время возносили крест, то есть там молились и все такое, но при этом здорово подворовывали. Причем так у меня подворовывали деньги, что любой бы атеист им позавидовал, причем такой борец с Богом. Но, опять же, не будем уклоняться от темы, все-таки мы говорим о конкретных людях, а не о церкви. Теперь о ценности самой земли. Как-то раз в Нью-Йорке я говорил с одним моим приятелем, который сказал, у нас в Америке около 400 объектов с земельными угодьями, которые давно бездействуют. Это и закрытые церкви, и колледжи, и сады, и огороды, и общежития. Все это принадлежит армянской общине, неважно какой, ливанской, сирийской, американской, но армянской общине. Если половину из них продать, то можно нехило обустроить обороноспособность Армении. И он, вы знаете, был прав. Вот если бы все эти иерусалимские ребята в рясах, что поставили свои подписи сделки, использовали деньги во благо армянской армии, то цены бы им не было. Но, увы, они не Юрий Деточкины из фильма «Берегись автомобиля». Деньги они любят больше, чем Бога. Причем лично у меня никаких замечаний священникам Иерусалимского патриархата нет, я повторюсь. Вот просто нет. Там много у нас достойных священников, которые сами в шоке от происходящего. Вы спросите тогда, почему они молчат, почему не комментируют? Отвечу. Они ждут итогов расследования. Насколько мне известно, нашлись состоятельные армяне, которые наняли отличных юристов для расследования данного факта сделки. Увы, факт может и выявиться, только вопрос, можно ли будет обнулить сделку. Иначе говоря, попытаюсь объяснить буквально на пальцах. Вот карта старого Иерусалима. Вот здесь перед вами мусульманский квартал. Это христианский квартал, это иудейский, это вот армянский квартал. Вот он, один из самых небольших, этот армянский квартал.
И вот эта вот 1/5 часть, вот, от вот этого вот небольшого армянского квартала, 1/5 часть отдана якобы на 99 лет в аренду за 2 миллиарда долларов. 99 лет. Ну, вы сами понимаете, что это чушь. А территория, скорее всего, продана. Просто продана. Продана патриархатом. Теперь о том, почему из 4 кварталов евреев интересует именно армянский квартал. Дело в том, что по территории армянского квартала проходит священная для евреев часть Сионского холма. Помните про сионизм? Про возвращение евреев в Эрец Исраэль или Мадинат Исраэль, уж для кого как. Вот часть этого Сиона как раз на территории квартала, армянского квартала. Оттого и недовольство официальных властей Палестины и Иордании, которые, получается, больше заботятся об армянском квартале Иерусалима, чем сами армяне. Как в прошлом выпуске сказал израильский журналист Артем Черноморян, для того, чтобы статус патриарха Иерусалимского армянского вступил в силу, необходимо, чтобы полномочия одобрили три страны – Израиль, Палестина и Иордания. Учитывая разбазаривание армянского наследия армянским духовенством, вернее высшей ее иерархии, полномочия Нурхану Манукяну одобрил только Израиль. Глава же Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдаллах отказались принимать верховенство власти армянской патриархии Нурхана Манукяна. Ну а нам следует сейчас только дождаться результатов расследования, чтобы знать, какова будет дальнейшая судьба исторического армянского квартала Иерусалима. До новых встреч, до следующей недели. До свидания.